Измерить температуру, обработать помещение, напомнить про дистанцию. Белшин организовала настоящие санитарные дружины. Специально обученные сотрудники в течение дня контролируют эпидобстановку на промгиганте. Люди одеты в защитные костюмы, в руках средства дезинфекции. За день такие дружины обрабатывают весь завод. Паники никакой в коллективе нету. Все понимают, что надо работать в условиях того, что сейчас достаточно такой глубокий кризис. И самое главное, чтобы мы сохранили коллектив и дали всем возможность заработать. Чистые бригады, как «Отче наш», проговаривают основу профилактики. Только за последние несколько недель на Белшине через контроль прошли 9 тысяч человек. Руководство предприятия, такого, наверное, нет нигде, только на нашем предприятии, женщин, которые находятся беременные, обезопасило и предоставило им дополнительный отпуск с средней заработной платой, не допуская их до работы. На заводе, в частности, в нашем подразделении, как мы считаем, принимаются все возможные меры по предотвращению, так сказать, распространения инфекций. Я считаю, что эта мера достаточно и необходима для того, чтобы мы жили все спокойно. 12 сотрудников Белшины находились 2 недели на самоизоляции. Со слов руководства, все они выздоровели и приступили к работе. Впрочем, снижать темпы санконтроля здесь никто не намерен. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360.